Что такое расфокусированное зрение? Для чего оно нужно? Расфокусированное зрение – это когда ты смотришь не в определенную точку, допустим, дальнюю или здесь ближнюю, а ты смотришь на все слои своего зрения. От этой точки, от ближней точки до дальней. Можно сравнить как с толстым стеклом, с толстым таким сантиметровым или больше даже. И вот подходишь к этому стеклу толстенному и попытайся, допустим, близко подойти и увидеть самую ближнюю точку и дальнюю. И ты увидишь ее, когда и ту, и другую точку. Это будет расфокусировка, когда ты увидишь всю длину этой расфокусировки. Для чего это нужно? Это нужно для нескольких этапов. Для таких меркантильных вещей, допустим, как увидеть ауру. То есть ты можешь, кстати, тренируется, чтобы увидеть ауру именно расфокусировкой. Когда ты сходишь в состояние осознанности, там тоже можно использовать расфокусировку. То есть когда ты расфокусируешь зрение, у тебя ум как-то по-другому начинает реагировать, он останавливается частично, там еще что-то. То есть расфокусировка очень сильно помогает в осознанности. На весь этот мир можно смотреть тоже расфокусированными глазами. Я после того, после инсульта, я уже 2 года хожу, вот, у меня все зрение все время практически расфокусировано. Мне незачем фокусировать на какие-то мелочи, на какие-то точки. Я иду и смотрю на этот мир широко, всеми глубинами своего зрения. Пробуй, потренируйся, можно научиться видеть ауру. Видеть мир широко, не туннельным зрением, а широко. Во всем.